едят. Вы не можете стерилизовать ваших животных. Вы забрасываете приюты малышами. Что вы творите? Так нельзя. Вы понимаете, что приют погибает от голода. Я не знаю, как мне к вам обращаться. Тихо. На дороге были? Да. Совсем маленькие. Ой-ой-ой, не подсосники. Забирай. Ты с той стороны, давай, Света, с той стороны пойдешь. Смотри, аккуратно машина живет. Ты на руки их возьмешь? Приюту, когда вот так выбрасывают новорожденных. Куда нам их девать? Скажите, куда? Люди, звери! Я уже даже не знаю, что сказать. Вообще охренели, понимаете? Охренели люди! Что творят? Каким надо сволочью быть, чтобы кидать в приют, который вообще не может выжить? Еще и щенят. Ребята, я прошу помощи сейчас у нормальных людей. Если вы считаете себя хоть немного нормальным человеком, помогите приюту. Может быть, я говорю грубо, ребята, но вокруг столько людей, и все ходят со стеклянными глазами, а приют загибается, понимаете? Загибается от голода. Попробуем подложить другой маме. Мама, нет. У мамы трое щенят, мы их убрали. А маму перенесли сюда. Понимаете, маму перенесли к чужим детям, потому что у них нет шанса выжить по-другому. Не бойся, мама. Ну что, мое солнышко, накормили. Накормили деток, господи. А вот с мухами у нас проблема. И что делать, не знаю, ребята. С мухами, конечно, проблема. Приходится обтирать малышей каждый раз.